Джиу-джитсу, кикбоксинг, карате и не только. 20 направлений боевых искусств представлено в программе соревнований на 10-х открытых всероссийских юношеских играх. Мероприятие пройдет с 6 по 17 сентября в Анапе. Наш регион представит порядка 70 спортсменов разных возрастных категорий. Перед поездкой с напутственным словом к ним обратился председатель правительства Александр Смекалин. За медали поборются более 5000 спортсменов со всех уголков России. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.